Привет, добро пожаловать на канал Inform TV. 25 июля Андрею Норкину исполняется 53 года. К сожалению, праздник он будет отмечать без своей любимой жены. С Юлей они прожили вместе почти 30 лет и стали, без преувеличения, родными людьми. Прошлый год выдался для журналиста тяжелым, совсем не из-за начала пандемии коронавируса. Норкин потерял супругу и верную соратницу, вместе с которой воспитывал 4 детей. Ее не стало в июне прошлого года. Ходили слухи, что Юлия не смогла выдержать измены мужа, но Андрей стойко отрицал все обвинения, утверждал, что у них нет оснований. Проводить в последний путь Юлию пришло больше 100 человек. Горсть земли Андрей так и не бросил. Он был настолько потерян, что до последнего не верил в ее уход. Справиться с горем ему помогла работа. Уже через пару недель он вернулся в эфир, при этом благодарил поклонников за поддержку. А вскоре он показал фото Юлии с Родоса, где она сидела с раскинутыми руками, будто хочет взлететь, и написал, цитата: «Я буду помнить ее такой, летящей и радостной, и я буду жить дальше, надеюсь жить счастливо. И у меня к вам большая просьба, будьте счастливы и запомните Юльку летящей». Андрей всеми силами пытался двигаться дальше. Концертный тур «Другой формат» по всей России, отпуск в Крыму, фестиваль «Коктебель джаз-пати». А свободное время он посвящал родным. Часто показывал фото и видео с внуком Димой, который родился весной 2019-го. А в октябре 2020-го дочь Саша подарила ему еще одну внучку – Евангелину. Кстати, беременность была очень тяжелой. Саша ведь потеряла маму, уже находясь в положении. Об одном все тогда жалели – Юлии нет рядом, чтобы разделить это счастье с семьей. В этом году Норкин поменял машину на выше классом и в июле отправился в отпуск. Цитата: «Клязьма, следующая остановка – Крым», – рассказал он подписчикам. Со стороны могло показаться, что Андрей полностью справился с трагедией. Прошло уже больше года, но друзья и близкие знают – просто ведущий привык все личное держать при себе, поэтому о том, что на самом деле творится в его душе, знают только самые родные. Но то, что он движется дальше, это бы одобрила и сама Юлия. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!